Доброе утро! Век живи, век узнавай что-нибудь новое. Такая интерпретация народной мудрости сегодня тоже имеет место быть. Но, казалось бы, знания о фотосинтезе, хлорофилле и поглощении растениями СО2 остались далеко в школьном прошлом. Как ученые вновь заставляют нас вспомнить эти биологические подробности. А виной всему очередное открытие. Оказывается, зеленые братья наши меньшие поглощают углекислый газ на 16% больше, нежели предполагалось ранее. Ну а это, в свою очередь, является эффективным способом борьбы с глобальным потеплением. Ну, это что касается информации на мировом уровне. А вот утренний эспрессо и я, Екатерина Тарасевич, предлагаем, кроме того, узнать подробности из жизни нашего региона. Что день грядущий нам готовит, узнаем прямо сейчас. Сегодня в утреннем эспрессо. Дом там, где сердце. В Барановичах реализуется голландско-белорусский проект. Дерево как памятник природы и истории. О неравнодушном отношении людей к окружающему миру. Дело не в испуге. Все о проблеме заикания детей в Международный день заикающихся людей. Сегодня 22 октября, среда. Температура за окном понижается с каждым днем. У обладателей квартир особых хлопот в связи с этим не возникнет. Главное – терпение, но дождаться, когда затеплятся батареи. А вот для тех, кто имеет печное отопление, самое время подумать о дровах. Ну, если кто-то еще не успел ими запастись. Так как в старину этот день, именуемый Яков-дровопилец, как раз и выбирали для заготовки древесного топлива. Считалось, что осеннее полено горит жарче всего, поскольку из него уже ушли все соки. Ну, а еще на Якова закрывали грибной сезон, собирали последние осенние сыроежки. Так что если сегодня кто-то вдруг соберется по грибы, то прогноз погоды окажется как нельзя кстати. Погода сейчас не особо располагает прогулкам. На этот случай у нас есть замечательный вариант семейного досуга для жителей Барановичей. Уникальная возможность почувствовать себя добрым пиратом, найти клад и освоить арбалет. Представится всем, кто придет в Центральную городскую библиотеку имени Тавлая. Игровая программа «Пиратская вечеринка» рассчитана на всю семью. Папам отводится роль капитанов, дедушкам – боцмана, дети же станут замечательными юнгами. А вот подвиги они будут совершать во имя испанской королевы, мамы или бабушки. Что ж, замечательная возможность, по-моему, сплотиться в погоне за главным призом и хорошим настроением. Не пропустите начало сегодня в 17 часов. Ну а для всех, кто планирует скоротать вечер дома, обзор региональной прессы будет как нельзя кстати. По прогнозам Брест-Облгидромета, во второй половине этой недели к нам придет по-настоящему зимняя погода с температурами близкими к нулю. Готов ли Брест к такому резкому похолоданию? Коммунальные службы утверждают, что отопительный сезон уже начался. Вечерний Брест заверили, что в Бресте к концу недели будет все включено. Средь бела дня подгнивший у корней тополь рухнул во дворе дома на улице Краснознаменной в Бресте. К счастью, из людей никого не задел, а вот одна из машин пострадала изрядно. Что предпримет хозяин искорёженного автомобиля и как быть в таких случаях владельцем поврежденного имущества, читайте на страницах «Вечерки».
Сложную процедуру очистки крови при острой и хронической почечной недостаточности теперь можно сделать и в Кобрине. Такая возможность у пациентов с серьезным недугом появилась с открытием нового отделения гемодиализа на базе Кобринской центральной районной больницы. Подробности на страницах свежего номера газеты «Кобринский вестник». На протяжении двух выходных дней в спортивном зале школы номер 5 города Пружаны проходил первый открытый международный детско-юношеский турнир по тхэквондо «Беловежская пуща». В нем приняли участие 200 спортсменов из 13 команд Беларуси и Российской Федерации. Победителями и призерами стали сразу 15 пружанцев. Об этом читайте в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». В Пинске прошли зональные соревнования областной спартакиады «Вертикаль», в которой традиционно принимают участие работники исполнительной и распорядительных органов власти. Команды сражались за победу в настольном теннисе, шашках и шахматах, мини-футболе, волейболе и бильярде. О том, кто смог покорить спортивные вершины, на страницах «Полесской правды». Еще одну православную святыню на днях обрела Пинская земля. На территории Пинковичей у дороги на въезде в Пинск отныне будет возвышаться величественный православный символ – многометровый металлический крест на гранитном постаменте. О том, кто был инициатором установки креста и насколько он важен для духовной жизни местных жителей, читайте в ближайшем номере «Полесской правды». О чем прочитать, узнайте из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Не так давно в прессе появилось сообщение о том, что в Барановичском районе реализуется белорусско-голландский проект под названием «Дом там, где сердце». Какова цель мероприятий, проводимых в рамках этого проекта, узнаем сегодня у гостя программы. В студии «Утреннего эспрессо» Юлия Ефинник, заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации территориального центра социального обслуживания населения Барановичского района. Юлия Николаевна, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что это за проект «Дом там, где сердце»? Белорусско-голландский проект «Дом там, где сердце» направлен на оказание помощи и поддержки детям из семей, злоупотребляющим алкоголем. Рассчитан данный проект на 2013-2015 годы, а также направлен на совершенствование реализации мероприятий в рамках декрета президента Республики Беларусь о дополнительных мерах по оказанию государственной поддержки детям в неблагополучных семьях. В рамках данного проекта прошла серия 5 трехдневных семинаров-тренинга, в которых приняли участие наши специалисты. Также были привлечены специалисты социально-педагогического центра, комиссии по делам несовершеннолетних, а также члены группы самопомощи «Анонимные алкоголиками». Координатором данного проекта является общественная организация «Здоровый выбор», также в сотрудничестве со специалистами из Нидерландов ICDI. А скажите, почему именно Барановичский район был выбран для вот проведения мероприятия в рамках этого проекта? В целом, в данном проекте задействовано 5 регионов, в том числе и наш. Это Барановичский район, Брестская область, также Оршанский район, Витебская область, Лидский район, Гродненская область, Борисовский район, Минская область. На протяжении 2011-2013 годов у нас в территориальном центре совместно с комиссией по делам несовершеннолетних Барановичского районного исполнительного комитета был реализован социальный проект «Твой выбор». Данный проект занял 3-е место в номинации «Лучший социальный проект по оказанию помощи неблагополучным семьям». И по результатам реализации данного проекта мы были приглашены для участия в обучающих семинарах тренинга данного проекта. Но вот скажите, Юлия Николаевна, вот мероприятия, да, эти семинары, которые проводятся, они направлены только ли на то, чтобы привлечь внимание общественности, что да, вот существует такая проблема, дети страдают в семьях, которые вот родители привержены таким вредным привычкам, либо для решения, вот для создания каких-то программ, которые будут направлены на то, чтобы помочь, как-то разрешить вот эту неблагополучную ситуацию? Безусловно, не только на привлечение общественности, но и также как бы на привлечение внимания специалистов, что данная проблема существует, но и также на работу для самих неблагополучных. Мы должны понимать, что данная проблема, она достаточно такая глобальная проблема в настоящее время, она актуальна в наше время. Поэтому наша работа нацелена именно помочь неблагополучным семьям в разрешении данных проблем, а также
как бы установить контакт с детьми и наладить детско-родительские отношения, то есть установить гармонизацию. То есть будут специалисты, я так понимаю, посещать вот эти семьи, да? Да, мы, получается, реализуем ряд мероприятий, в которых мы, получается, привлекаем семьи. Угу. У нас существует ряд мероприятий, как профилактических, так и культурно-массовых мероприятий, куда привлекаются специалисты не только наших территориального центра, но также и сотрудники социально-педагогического центра, комиссии по делам несовершеннолетних, членов группы «Анонимные алкоголики». Угу. Вот, значит, организуется ряд бесед, встреч, демонстрация видеороликов, каких-то короткометражных фильмов, вот, в которых участвуют неблагополучные семьи. Но в своей работе мы нацеливаемся не только на эту аудиторию, где уже существует проблема, но также выезжаем и в учреждения образования, где проводим профилактическое, просветительское мероприятие для того, чтобы разрешить данную проблему и не допустить ее возникновения. Наиболее подробно остановлюсь на мероприятии, таком ярком, который впервые был проведен в Барановичском районе. Это мероприятие «Мы вместе» с участием неблагополучных семей, проживающих на территории Барановичского района. Всего в данном мероприятии приняло участие 6 неблагополучных семей, которые продемонстрировали действительно свои таланты, показали свое творчество, то есть их глаза загорелись, и они преодолевали трудности все вместе, всей семьей. Очень трогательное мероприятие, и я думаю, оно послужит фундаментом для дальнейшего развития и внедрения в практику проведения такого рода мероприятий. Юлия Николаевна, мы тоже на этом надеемся, что не только на словах останутся вот эти вот радости, нужны, да, воспоминания об этих мероприятиях, но на практике будут видны результаты, дети не будут страдать, а в семьях наладится благоприятная атмосфера. Приезжайте к нам еще. Спасибо. О белорусско-голландском проекте «Дом, там, где сердце» говорили сегодня с Юлией Ефиник, заведующей отделением социальной адаптации и реабилитации территориального центра социального обслуживания населения Барановичского района. 22 октября 1918 года родился Олесь Башко, белорусский писатель, заслуженный работник культуры Беларуси. В 70-х был директором литературного музея Янки Купалы, автор повести «Перед сентябрем. Поздняя вспашка». В этот же день, в 1938 году, американский изобретатель Честер Карлсон демонстрирует аппарат для получения копий бумажных документов. Через 2 года он запатентует свое изобретение, а позже найдется фирма, которая заинтересуется им. И в конце 50-х годов в продаже появятся первые аппараты, а спустя 30 лет ксероксом сможем воспользоваться и мы. 1943 год. Дата рождения Катрин Денёв. Французская актриса, которую называют последней мегазвездой Франции. Широкую популярность получила после триумфа музыкального фильма «Шербурские зонтики». 22 октября 1944 года в Минске состоялось официальное открытие Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Ежегодно музей и его филиалы посещают более 200 тысяч туристов, членов делегаций стран СНГ и дальнего зарубежья. 1975 год. Впервые в мире спускаемый аппарат автоматической станции «Венера-9» совершил мягкую посадку на невидимую в это время Земли освещенную сторону Венеры. И в течение 58 минут передавал телевизионное изображение поверхности в месте посадки. Сейчас отличная новость для всех поклонников культуры страны восходящего солнца. Завтра в археологическом музее Бересте откроется выставка «Окно в Японию». В рамках фестиваля «Японская осень в Беларуси» можно будет познакомиться с макетами архитектурных памятников, блюдами японской кухни, традиционной домашней утвари, а также японскими куклами и кимоно. Ну а особо искушенные зрители смогут поучаствовать в квест-экскурсии «Путешествие по Японии». Для тех же, кто восточным изыском предпочитает пейзаж родных мест, думаю, наш следующий сюжет будет особенно интересен. О непростой судьбе уникального старожила Брещины, 300-летнем дубе, расскажет Татьяна Колокольцева. Недалеко от трассы, в небольшом селении, стоит вот такой красавец-дуб. Дерево, с которым связывают множество легенд и сказаний. Сегодня исполин тоже на особом счету. К слову, одним из первых памятников природы Беларуси стали именно дубы пирамидальные.
Если теперь посмотреть весь наш реестр памятников природы Республики Беларусь, то самое популярное дерево, которое обозначено памятником природы, это дуб черещатый. Как раз вот представитель этого вида и у нас перед глазами. Это дерево отличается необычной формой ветвления основных якорных ветвей. В отличие от дубов, которые выросли в плотном древостое, они мачтовые, в отличие от дубов, которые растут на совершенно открытой местности, у них такая несимметричная, коряжистая форма открытая. А у этого, как по расписанию, как по часовой стрелке, все основные ветви первого порядка веером разошлись во все стороны горизонта. И в этом его, несомненно, и декоративное, и дендрологическое достоинство. И уже по этому признаку, что он имеет оригинальную форму ветвления, этот дуб достоин памятника природы. Вопрос о том, чтобы придать этому мощному, красивому дереву статус памятника природы, поднял обычный житель возрождающейся деревни Малые Прилуки Степан Дубчук. И дело даже не в фамилии, а в том, что он оказался человеком неравнодушным. Этот дуб, как бы, очень важный элемент существующего здесь ландшафта. Если его убрать, то данная местность очень много потеряет. И поэтому хотелось бы, чтобы он был общедоступным. Вокруг него была территория охраняемая. Здесь указывали, что здесь исторически сложившаяся дорога была вдоль дуба. И дуб был как бы общедоступным. И в этих деревнях, вот Прилуки Малые и Прилуки Большие, со времен королевы Бонны была такая планировка, что вот идет улица, а сараи с одной стороны улицы, а дома с другой стороны улицы. И вот это как бы тоже историческое. Степан Дубчук недавно вернулся в места своего детства. Тогда не обращал внимания на это дерево. Сегодня понимает. Это уже не только памятник природы, но и памятник истории. Он был свидетелем развития всей этого населенного пункта на протяжении всей истории. Видел войны 812 года, Отечественную войну, Великую Отечественную войну. Здесь вот рядом была господствующая высота, песчаная гора, на ней стояла пушка. Тоже бои проходили после Великой Отечественной войны. И как бы свидетель многих событий этого населенного пункта. Я думаю, что он еще будет радовать своим видом не одно поколение белорусов. Ученые-экологи обращают внимание не только на само дерево, но и на ту среду, которая с годами сформировалась вокруг. Например, под этим дубом собраны орешки, которые четко показывают, что их грыз никто иной, а как полчок. А полчок – это зверек, который включен в Красную книгу Республики Беларусь и который должен строго охраняться. Именно такие признаки, такой почерк оставляет на плодах лещины только полчок. Кроме этого, в окружении этого дуба интересная живая природная композиция из такого кольца лещины. То есть образовалась живая уютная беседка. Такое окружение особенно важно. Вблизи крупных автомагистралей растения создают своеобразный зеленый защитный экран. Важная особенность этого населенного пункта, что он подчеркивает свою гармоничность, это то, что здесь есть роскошная такая случайно, правда, сформированная живая стена из береста. Это то дерево, из которого начинается название нашего областного центра, название нашей Брестской области. Но в нашем областном центре такое чудо не встретишь. А здесь чисто как будто бы специальный паркостроитель оставил такую стенку береста. Важно, что здесь, во всяком случае, пока сохраняется такое интересное с точки зрения экологов ландшафтно-архитектурное окружение этого древнего дерева. Ученые сожалеют, что в состав памятников природы нельзя включать большие объекты, особенно на территории населенных пунктов. И еще, говорят экологи, почаще бы встречались люди, неравнодушные к тому, что нас окружает.
Что бы такого съесть, чтобы повеселеть? Актуальная, по-моему, сегодня фигура речи. Учитывая, что все мы порой нет-нет, да и начинаем заедать свое плохое настроение, стрессы и неудачи. Так вот, чтобы сразу не бросаться на вредные пирожные, гамбургеры и сдобу, следует сначала попробовать продукты, также повышающие настроение, но не влияющие на вес. К таковым ученые относят, во-первых, апельсины, богатые аскорбиновой кислотой. Во-вторых, это миндаль, который укрепляет иммунную систему и содержит витамины группы В. Фигуру и настроение поддержит также авокадо, содержащий глутатион. Это вещество расщепляет жиры и не дает им всасываться. Ну и отличной профилактикой стрессов служит лосось, благодаря высокому содержанию антиоксидантов и жирных кислот. В общем, выбор, как говорится, за вами. А пока мы узнаем не нуждающийся ни в каких компромиссах вкусный и полезный рецепт от шеф-повара отеля «Эрмитаж». Доброе утро. Сегодня мне хотелось бы приготовить очень интересное блюдо из одной известной французской школы «Ля Гордон Блю». Это цыпленок «Ля Гордон Блю». С вами шеф-повар отеля «Эрмитаж Грин Иван». Приступим. Для этого нам понадобится филе цыпленка, сыр бистро, несколько яиц, петрушка, укроп и панировочные сухари. Берем куриное филе. Немножко надрезаем. И кладем в пакет. И отбиваем его. Теперь необходимо положить сыр. Немного петрушки. И теперь мы аккуратно заворачиваем. Вот так. Теперь мы ее протнем шпажками. Теперь необходимо его сварить. Для этого мы нальем немного воды в кастрюлю. Совсем чуть-чуть, чтобы мы опустили туда куриное филе, и оно не касалось дна. Немного масла. Варим его, наверное, минут 10-15. Сейчас мы приготовим лизон для нашего блюда. Возьмем 2 яйца. Многие французы делают лизон из яйца, молока, но я делаю только на яйца. Итак, цыпленок готов. Его вытаскиваем. Выключаем. Шпажки все снимаем. Нальем на сковороду немного масла. Пустим наше куриное филе в лизон. В панировочные сухари.
Синюю сковороду. Снимаем с огня. Нарежем. Итак, сегодня я приготовил цыпленка «Ля Гордон Блю». С вами был шеф-повар отеля «Эрмитаж» Грин Милан. Приятного аппетита! Спасибо Ивану за еще один интересный рецепт. Ну а мы продолжаем. И сейчас о необычной инициативе в Бресте. Собирать деньги для бездомных животных будут скульптуры. Необычные копилки установят у крупных торговых центров. Эскиз одной уже готов. Это кот и собака, которые греются на канализационном люке. Ну а рядом тарелка. В отверстие в ней им можно будет бросать деньги. Все пожертвования обещают передавать в приют для бездомных животных. Подробности узнаем из сюжета Татьяны Болтуть. Есть кошка, я ее года два назад подобрал, Люська зовут, инвалидка у меня, под машину попала. Так и началась эта история. Однажды, сделав доброе дело, Руслан Усманов захотел большего. Сегодня он автор вот этого пластилинового макета, который обсуждает весь Брест. Примерно так, только в натуральном размере, будет выглядеть копилка для бездомных животных. На канализационном люке, едва ли не единственном источнике тепла зимой, греются собака и кошка. Рядом с ними миска, а на ее дне прорезь. Именно сюда можно опустить свое пожертвование, чтобы помочь бездомным животным и приютам. Люк будет на бетонном таком кольце высотой до 50 сантиметров. Я думаю, этого достаточно. И сама вот эта композиция тоже может, высотой тоже до 50-60 сантиметров. Только в Брестском приюте около 200 бродяжек, и каждый из них хочет жить. Ежемесячно на их содержание и передержку у Брестского объединения «Доброта» уходит порядка 15 миллионов. Постоянно нужен корм и ветеринарный уход. Не хватает рук, ведь этот труд совершенно не оплачивается, а животных меньше не становится. Поэтому любая идея помочь здесь воспринимается позитивно. Но будут ли копилки пользоваться спросом у жителей города, готовы ли они помогать и как вообще оценивают эту идею? Оценила бы на 100 баллов, потому что это нужное дело. Сама кошатница. На даче всех котов кормлю, кошек. Сколько их у меня? Штук, наверное, с 8 ходит. Я за. Я до того люблю животных. Я их обожаю. Я каждый вечер бездомным котам выношу. Дочь моя тоже. Так что я за. Я буду помогать. Вот и мы уже с дочерью собирались как-то перечислять. Я только за. Мне их так жалко. Планируется, что копилки по мере заполнения будут открывать волонтеры Брестского объединения «Доброта», а еще решать, куда потратить деньги и, разумеется, предоставлять об этом отчеты. Но копилки могут приглянуться и людям нечистым на руку. Однако и здесь все продумано. Это будет у каких-то больших торговых центрах стоять. Может, у входов, может, где основной поток людей идет. По периметру у любого торгового центра сейчас расположены видеокамеры. И я думаю, что если какие-то непорядки, есть охрана и могут в ближайшее время среагировать. Есть и еще одна проблема. Тарелка в копилке может накапливать дождевую воду, а значит, бумажные пожертвования будут намокать. На этот случай тоже уже все предусмотрено. На бетонном кольце сделать сквозное окно, закрыть его органическим стеклом,
толстым. Тем самым тоже может сбоку, если прорезь сделать, то есть уже я думаю, что влага не будет так попадать. Сначала установят одну копилку. Если идею примут и на деле поддержат горожане, то они появятся в разных уголках города. А еще появится надежда, что бродяжки обязательно выживут. Еще раз всем доброе утро. Мы продолжаем программу. Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей. Ну а так как заикание чаще всего все-таки проявляется в детстве, мы решили выяснить, каковы же причины этого заболевания и насколько сложно избавиться от заикания, и что необходимо для этого делать. Ответы на эти и другие вопросы узнаем у Надежды Трофимчук, главного детского психиатра области. Надежда Георгиевна, доброе утро. Доброе. Ну вот для начала интересно узнать, действительно ли заикание – это заболевание? Да, конечно. Заикание – это нарушение системы регуляции плавности речи. И возникает оно чаще всего в детском возрасте с 2 до 5 лет. Когда нервная система ребенка еще не зрелая, речь развивается очень бурно. И поэтому речевая функция является самой энергоемкой и самой уязвимой. Поэтому любые факторы, предрасполагающие, повреждающие, могут нарушить речь. Но вот чаще считается такое, может быть, обыденное представление, что страх, какой-то испуг внезапный такой, и может бы стать причиной. Нет, не всегда? Причина все-таки в нервной системе ребенка. У того ребенка, у которого в последующем может развиться невротическое заикание, нервная система характеризуется такой особой реактивностью. Она называется невропатия. То есть это возбудимость, тревожность, повышенная ранимость ребенка, впечатлительность. И на этом фоне любой стресс вызывает уже сбой речевой функции. То есть функции. Можно говорить о какой-то предрасположенности, да, ребенка к заиканию? Конечно. А у другой группы детей мы видим раннее органическое поражение нервной системы, когда такие детки очень подвижные, сверхвозбудимые, трудно себя контролируют, имеют трудности саморегуляции, у них плохо развивается мелкая моторика. И на этом фоне тоже у них возникают запинки в этот сенситивный период и развиваются медленно, приводя постепенно к такому патологическому речевому стереотипу, когда ребенок привыкает говорить неправильно с запинками. Ну а вот что же, как родителям понять? Предположим, ребенок еще не говорит. Есть ли какие-то признаки, по которым можно понять, что ребенок, вот, возможно, будет заикаться? Конечно, родителям нужно обратить внимание на речевое состояние ребенка. Если у ребенка повышенный или пониженный мышечный тонус, к 4 годам у него не определилось доминантное полушарие, то есть не выделилась ведущая рука, правая или левая. Если у ребенка быстрая речь взахлеб с проглатыванием слов, когда мы видим явно, что моторика артикуляционного аппарата недостаточно развита и не соответствует состоянию внутренней речи ребенка. И, конечно, нужно насторожиться, когда появились в речи ребенка первые предвестники заикания. Это высокий тонкий голос, ускоренная с паузами речь, как бы рубленная. Если ребенок часто повторяет слоги, растягивает звуки, и появляются такие ненужные звуки «а», «и», «ну», «вот» перед словом. Если ребенок говорит быстро и берет дыхание в середине слова. И при этом у него очень напряженное состояние, зажаты плечи, шея напряжена и опущена голова. Ну вот я так понимаю, если какие-то из этих признаков родители выявили, нужно сразу обратиться к специалистам, да? Конечно, нужно обратиться на консультацию к детскому психиатру, психотерапевту, неврологу. Насколько сложно лечится вот это вот заболевание, заикание вообще? Заикание лечится комплексно. Если у ребенка есть предрасположенность к заиканию или на данный момент ремиссия, есть риск обострения, родителям очень важно по рекомендации врача поддерживать ребенка поддерживающими курсами, укрепляющими нервную систему. С витаминами, седативными сборами, адаптогенами мы назначаем. Очень важно дома выполнять рекомендации специалистов, тренировать навык беззапиночной речи. Ну вот пример можете привести, Надежда Георгиевна? Как вот, например, общаясь с ребенком дома, может быть, вовремя где-то его остановить или переспрашивать? Какие-то такие тревожному примеры? Ребенку, у которого невротическая форма заикания, мы обращаем внимание, чтобы он думал на то, что он говорит, а не как он говорит. Тогда ребенок немножко успокаивается, речь становится более плавной. А активному ребенку с трудностями саморегуляции, с неврозоподобным заиканием, мы говорим, чтобы он думал
как он говорит, говоришь ли ты красиво. Тренируем его следить за темпом и плавностью своей речи. Но вот если так случается, что вовремя заикание не было вылечено, ребенок идет в садик, в школу, вот здесь нужно как-то, наверное, наладить контакт, я так понимаю, и с воспитателем, и с учителем, чтобы, возможно, какое-то было особенное внимание, или не стоит этого делать, он как бы наравне с другими будет абсолютно адекватно себя как бы чувствовать. В острый период заикания желательно не вести ребенка в сад и в школу. Угу. Ни в коем случае. У него должен быть такой свободный от речи режим. Угу. И это будет способствовать сглаживанию запинок и восстановлению системы регуляции речи. Очень полезно для таких деток делать двухнедельный массаж, расслабляющий на шейно-воротниковую зону. Очень полезно обучать их игре на духовых музыкальных инструментах и пению. Угу. Оно будет способствовать глубокому диафрагмальному дыханию и в целом благотворно будет влиять на эмоциональную систему ребенка. Также мы рекомендуем деткам, у которым 3, 4, 5 лет и у которых кроме заикания есть еще диагноз общее недоразвитие речи, заниматься логаритмикой. Это что? Это специальные речевые игровые занятия для развития речи, для улучшения ребенка контроля за своей речью. И в заключение такой вопрос, Надежда Георгиевна. Очень часто известные какие-то люди, даже Мэрилин Монро, я знаю, заикалась, да, добиваются успеха, несмотря на свой такой вот нюанс в речи. Это что такое вот своеобразное, как бы, несмотря ни на что, но я смогу или как? Да, это гиперкомпенсация в какой-то другой области, потому что заикающиеся дети очень тревожны, очень глубоко на самом деле переживают свой речевой дефект, могут замыкаться, стараются говорить мало, применяют всевозможные уловки для запуска речи и страдают от этого практически всю жизнь, если они не лечатся. И поэтому бывает, что вот так вот самоутверждаются в какой-то другой области, не всегда связанной с речью. То есть, видите, не всегда это стоит рассматривать, может быть, как, да, такой изъян у себя, а наоборот, как достоинство это может быть в себе, да, в какой-то степени можно возрасти. Надежда Георгиевна, большое спасибо за участие в нашей программе, за полезные советы. Будем надеяться, что вовремя родители увидят, заметят, да, ну и заикание будет в результате вылечено. Приходите к нам еще. Спасибо. О причинах заикания и о том, как вылечиться от недуга в Международный день заикающихся людей говорили сегодня с Надеждой Трофимчук, главным детским психиатром области. А сейчас еще одна замечательная новость из Барановичей. На днях местные солисты вернулись с международного конкурса, который проходил в России, с наградами. На фестивале «Катюша» талантливые земляки достойно представили наш регион и были отмечены взыскательным жюри. Диплом второй степени в номинации «Эстрадный вокал» в возрасте от 10 до 12 лет получила ученица детской музыкальной школы искусств номер 3 Ксения Карпович. А участница Дворца детского творчества Анна Болб и Ксения Фурса заняли призовые места в категории соло. Что ж, поздравляем девочек с творческими успехами. Ну а сейчас, думаю, самое время послушать наших талантливых человечков. Самое лучшее место для отдыха. Для отдыха это береза. Там живет моя бабушка, и у бабушки есть собака. У большой собаки родилось 3 маленьких щеночка. Можно на пляж сходить, там очень хороший. А чего он хороший? Потому что, вот, например, ты хочешь все время на работу, а хочешь отдыхать в выходные. И вот этот выходной настал, и ты поехал на пляж отдыхать. Короче, некоторые в другой город могут поехать поотдыхать. Могут к бабушке съездить, смотреть, что у нее там. Им там хорошо на отдыхе. В парке. Хорошее место отдыха – дом, потому что там есть игрушки. Небе отдыхать в санаториях, потому что стомы. Там есть плавание, можно поплавать, можно там поизаться, там есть процедуры. И все там, еду приносят в комнаты. Самое лучшее место для отдыха – это кровать. Я люблю в ней спать.
можно в парке отдохнуть, повеселиться и покататься на каруселях, на качелях. Мне нравится Красный двор тем, что там интересно, там можно очень хорошо отдохнуть. Там есть каменные мосты, вот там интересно очень ходить. Мы делали круги, ходили кругами, ну, вокруг моря. В лесу хороший воздух, потому что деревья захватывают плохой воздух и выдыхают хороший воздух. И оттуда в лесу берется свежий воздух, и там нужно отдыхать. Я люблю отдыхать у бабушки, потому что там всегда светит солнце, и всегда бывает тепло. Можно рыбу ловить там. Можно там погулять на песке, когда папа или мама ловит рыбу. Или помочь маме или папе. Утренний эспрессо прощается с вами до завтра. Не забудьте перед выходом на работу улыбнуться отражению в зеркале. Ведь улыбка, как известно, творит чудеса. С вами была Екатерина Тарасевич. Желаю всем удачного рабочего дня и приятного времяпрепровождения вечером. Увидимся на телеканале «Беларусь-2».